Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». С вами Наталья Козина. Добрый вечер. Первая наша встреча приурочена к предстоящему Всемирному дню психолога. Мы будем отмечать его через несколько дней во вторник, 22 ноября. Один мудрец сказал, что душа человека подобна драгоценному камню. Без должной огранки и оправы она не может сиять всеми гранями. Продолжая эту мысль, разумно сравнить психолога с умелым ювелиром, который, понимая ценность камня, умеет создать из него настоящее сокровище, после чего души людей играют светом совсем как бриллианты. Не правда ли красивые сравнения? Так оно и есть. А вот интересные факты, которыми с нами делятся медицинские психологи. К депрессии могут привести как отрицательные, так и положительные события. Например, новая работа, вступление в брак, окончание университета. Чтение является одним из лучших способов борьбы с тревогой и стрессом. Этот способ очень быстрый и эффективный. Чтение помогает лучше, чем прогулки, чаепития или прослушивание музыки. Стрессу наиболее подвержены люди в возрасте от 18 до 33 лет. После пересечения рубежа 33 года риск появления стресса снижается. Люди, которые спят меньше 5 часов в сутки, чаще страдают психическими расстройствами, чем те, которые спят 8-9 часов. Сегодня мы будем слушать медицинских психологов, ведь психолог – это главный, незаменимый специалист для нашего душевного состояния. А вот теперь, после такого признания, я назову своих собеседниц. Это Елена Лагутина и Оксана Фирсова. Обе работают медицинскими психологами в областной клинической психиатрической больнице имени Копосова. Обе ювелиры в психологии. Психолог – это специалист, к которому могут обратиться люди с любой ситуацией, с любой проблемой и в любом возрасте. Зачастую наши клиенты, пациенты воспринимают психолога как такого, ну, несколько даже мифического персонажа, который, взмахнув волшебной палочкой, может решить проблему. Психолог – это специалист, который не дает советов, специалист, который не решает за вас проблемы. Это специалист, который помогает человеку обратиться внутрь себя, обратиться к своим переживаниям, к своим каким-то личностным ресурсам и помогает посмотреть на ситуацию с другой стороны. И когда мы открываем календарь и видим, что есть день психолога, мы вспоминаем о том, что есть такой специалист, который в сложной ситуации, когда сам не справляешься, когда не получаешь поддержки от близких, когда понимаешь, что есть какой-то момент в жизни, который беспокоит, обратиться к этому специалисту, обратиться к человеку, который поможет тебе самому найти решение той проблемы, той задачи, с которой ты, может быть, не совсем можешь справиться. Поэтому мы призываем всех обращаться к психологам, не бояться. Психолог – это не врач, не маг, не шаман. Это человек, который работает с психически здоровыми людьми в первую очередь. И поэтому, если вы чувствуете, что есть моменты, когда необходимо обратиться к психологу именно как к специалисту, да, можно заручиться его поддержкой и найти какие-то ответы на свои вопросы. Очень много таких штампов, как психиатр, психолог, психотерапевт. Вот все это как-то немножечко намешано в головах у людей. И это три абсолютно смежные, конечно, специальности, но они разные, разнонаправленные. Врач-психиатр – это врач, который лечит, который может назначить препараты. А врач-психотерапевт – это может быть и врач-психиатр, и медицинский психолог работать в этом направлении. Это направление психотерапевтическое, то есть без каких-то лекарственных препаратов психотерапевтическими техниками помогают людям справляться с какими-либо проблемами. А медицинский клинический психолог – это специалист, который знает состояние нормы, пограничные состояния, болезненные состояния, может их сопоставить и также может работать с различными личностными проблемами, семейными проблемами, детскими, взрослыми, пубертатными, всякими-всякими разными.
Но, конечно, медицинские психологи тоже имеют свою направленность. То есть найти своего психолога тоже в нашем городе возможно. Бояться их не надо. Учета психиатрической больницы бояться не надо при обращении к психологу. Поэтому день психолога важен для людей в том, что у них эта боязнь, она немножечко уходит на второй план, и они могут обратиться к специалисту без каких-либо негативных последствий для себя потом. У нас у всех на слуху такое понятие «педагогический психолог», да, мы их знаем. Вы представляетесь как медицинские психологи. А в чем, собственно, разница? Разница в специфике. Педагогические психологи, у них своя направленность, то есть они работают в системе образования, в системе школ, детских садов там, и каких-то вот образовательных учреждений. У них своя направленность. Не могу сказать тонкости их работы, они у них свои есть. То есть как бы тонкости нашей работы я понимаю, потому как мы работаем в системе здравоохранения, мы являемся клиническими психологами, и, естественно, мы работаем не только с нормой, но и с патологией. В том числе в плане там, каких-то реабилитационных моментов или моментов коррекции там, психического состояния в помощь врачам, в этом направлении мы работаем. А педагогические психологи, они просто ближе к людям, более понятны, потому что они в системе образования работают с детьми, да, с классами. Я так понимаю, что они должны смотреть за психологической атмосферой в школе, в классе. В детском саду. В детском саду, да, в каких-то вот таких коллективных образовательных группах. Кто к вам обращается чаще? В каком возрасте? В плане консультативной работы чаще всего это, конечно, обращение родителей с проблемами детей. То есть они приводят ребенка проблемного. На самом деле это, конечно же, проблемы не детей, это проблемы взрослых, которые проявляются через ребенка. Вот таким образом. Конечно, очень напряженная ситуация – это школа. Очень много обращений к психиатрам и клиническим психологам ведут родители детей с проблемами в школе. Кто-то не успевает, кто-то не хочет. Мотивация учебная у детей сейчас очень низкая, и это, конечно, бич, потому что замотивировать детей на учебу сейчас очень сложно. Сложно всем, сложно родителям, сложно педагогам, сложно сторонним каким-то специалистам по той простой причине, потому что какая-то вот, ну, как-то изменилась образовательная, что ли, система. И поэтому вот не хотят дети в школу и даже в первый класс идти не хотят. Даже после детского сада, если им задашь вопрос прямой, хочешь ли ты в школу, наверное, из 10 детей или даже из 15, может быть, один и скажет на чистом любопытстве, да, хочу, остальные если никто не хочет. Не хочет уже на уровне вот таком, потому что они уже были на подготовке, они уже знают примерно, что это такое. Желания нет. А мотивация – это, конечно, для обучения очень много значит, потому что даже очень умные, способные детки, не имеющие мотивации, учатся очень плохо. Так почему у детей нет мотивации? Что случилось-то? К сожалению, вот мотивация жить хорошо и зарабатывать много денег у детей есть. Но она – это не учебная мотивация. То есть для того, чтобы жить хорошо и зарабатывать много денег, или вот модные веяния, или вот до последнего времени. То есть они все хотят быть блогерами. Образование для этого не требуется. Деньги сыплются просто с неба. То есть ты наснимал клипы. И в связи с тем, что, конечно, незрелые маленькие дети, понятно, что они же не понимают, что это тоже некий труд, некая работа, что если это хороший блогер, то это тоже тяжело. А вот всякого, ну, условно говоря, шлака среди этого народа тоже очень много. Чтобы отсортировать хорошего блогера от плохого, не всегда хватает вот каких-то вот таких вот вещей в плане познания, опыта, знаний, да, и взрослые это не все как-то вот валится вот эта вот вся информация. А заработки вполне приличные. А демонстрация, конечно, хорошей жизни, она, конечно, а зачем? Вон Даня Милохин, он и знать ничего не знает. Но на экранах телевизоров он везде, это же ну какая-то такая не очень хорошая пропаганда. Все хотят так жить, очень многие. А учебная мотивация – это другое. Это даже вот не труд, это мотивация к познанию, к узнаванию чего-то нового. Может быть, даже не для того, чтобы потом в будущем там зарабатывать, да, это потом уже должно прийти, вот что профессия там. Изначально у детей она заложена, базовая, она есть, вот это вот интерес к познанию. Он просто вот куда-то девается. Как-то вот так вот сложилось, что эта учебная мотивация, она вот как-то на корню
уничтожается вот сейчас. Mm-hmm. Это очень печальная история, потому что это прям беда. Познавательный интерес у детей. Мы сами, родители, зачастую гасим его. Не трогай, не бери, не лезь. Угу. С самого начала слышат дети. Из самых благих побуждений, да, для того, чтобы не влез в лужу и не испачкался, мы это пресекаем. И тем самым пресекаем и учебную мотивацию. Вот это вот природное любопытство должно к школе стать просто ведущим видом деятельности. Моя задача к школе у ребенка – это получать знания. А дети наши идут в школу с другой мотивацией. Они идут в школу с внешней мотивацией. Покрасоваться, принести самый красивый портфель, самые красивые карандаши, банты, что-то еще. И задача нас, как родителей, детям помочь. Не пресекать, а наоборот поддерживать. Не надо учить ребенка в 3 года алфавиту и читать. Всему свое время. А мы, опять же таки, родители, да, из самых благих побуждений начинаем как можно раньше готовить к школе, как можно раньше учить писать, читать, садить за парту, за урок. Очень много развивающих центров, очень много каких-то организаций, которые организуют досуг. Но тем самым, грубое слово, да, но отбивают у ребенка желание учиться. В игровой форме можно это сделать, да, можно как-то подстегнуть, подхлестнуть, создать для ребенка ту атмосферу, в которой ему будет интересно. И тогда он в школу придет со внутренней мотивацией, да, с тем пониманием, что я хочу получить знания и не только красивую картинку из себя представлять, но и внутреннее содержание какое-то. Но это гораздо позже произойдет. Учебная мотивация – это такой момент, который сформируется еще и в среде. И учитель, и воспитатель, и педагог, и родитель, они вместе работают на создание вот этого момента. Ребенок сам по себе не захочет учиться, не захочет чего-то познавать. Если это будет очень ультимативно, очень как-то жестко, в каких-то рамках. И еще момент, который меня вот как маму очень волнует, это оценивание. У нас есть оценка и отметка, и они не всегда равны. И ребенок приходит в школу уже с пониманием того, родители говорят, будешь плохо учиться, будешь двоечником. А будешь двоечником, значит, ты из себя ничего не будешь представлять. И вот этот вот момент того, что я буду неуспешен, мы детей готовим сами. Да? Мы сами ставим им вот эту планку, что ты в школе можешь быть неуспешен. И это тоже не способствует тому, чтобы была мотивация к учению. И поэтому хвалить, находить какие-то моменты, в которых ребенок успешен. Не получается математика, получаются какие-то творческие моменты. Да, найти вот этот момент, где он будет проявлять себя, будет получать положительные какие-то эмоции от того, что он в этой среде, в этой сфере, в этом коллективе может быть сам собой и может получить вот это положительное, позитивное какое-то подкрепление. Елена Александровна, в начале своего выступления вы сказали интересную фразу. Вот родители приходят с ребенком к медицинским психологам, когда дети выходят из-под контроля, перестают слушаться родителей, особенно когда вот наступает тот самый возраст, тинейджеры, 12, 13, 14 лет, гормональный взрыв происходит, дети меняются, становятся непослушными. Вы интересную фразу сказали. Родители считают, что вот мы, психологи, должны решить эту проблему. А получается, что родители снимают с себя ответственность. А почему вы считаете это плохо, если родители привели своего ребенка к вам, к профессионалам? Сами они ничего в этом не понимают и не могут с этим справиться. Вот в чем опасность, когда родители свою ответственность перекладывают на профессионала-психолога? Ничего плохого в том, что родители обратились за помощью, нет. Это даже хорошо, да, что они обращаются к специалисту. Но вопрос каков? Что ребенок находится вот в этой семейной обстановке, в этой семейной среде. И если родитель приходит и говорит, сделайте с ним что-нибудь, да, мы можем с ним делать много чего. Мы можем с ним беседовать, можем проводить какие-то психокоррекционные мероприятия. Но он попадет опять в ту же самую среду. Он опять попадет к тем родителям, которые не слышат зачастую, которые не принимают возрастных изменений к определенному возрасту, да, если мы говорим о подростковом возрасте. Ребенок чувствует себя взрослым. Родитель видит, что он еще совсем не взрослый, совсем не зрелый, и суждения у него очень поверхностные и далекие от жизненных таких норм и правил. И
задача и психолога, и родителя направить ребенка вот в правильное, в нужное русло. И если ребенок до 13 лет, там, до 12 лет рос в семье, где не было границ, где не было рамок, где была вседозволенность, а потом родители видят, что выросло то, что выросло к 13 годам, изменить это за один момент, за один прием, а зачастую родители хотят, чтобы это было именно за один какой-то прием, не получится. И задача работать именно в диаде родителя-ребенок. Изменить не только ребенка, а изменить взаимоотношения между ребенком и родителем. Взять на себя полномерную ответственность как взрослого человека за воспитание того подрастающего поколения, которое растет в моей семье, в моей среде. Тогда это будет продуктивно, это будет иметь результат. Мы получим то, что мы хотим увидеть. А если работать только с ребенком, ну, результата, как правило, того, который хотят увидеть родители, его не будет. Раскройте нам немного свои профессиональные секреты, чтобы вот радиослушатели знали какие-то методики, упражнения, которые вы применяете, которые меняют человека. Настроение меняется у человека после того, как он посетит вас, потому что вот в вашем рабочем чемоданчике, да, масса очень полезных и интересных инструментов. Разумеется, речь идет не про инструменты в буквальном смысле, а про психологические какие-то методики наработки. Первое, что можно посоветовать и родителям, и детям, это проводить совместное время, какую-то совместную деятельность, в которой можно будет поговорить именно открыто о своих переживаниях, о своих чувствах, играть в настольные игры, ходить вместе гулять, разговаривать не об учебе. Первый вопрос, который мы задаем детям, да, и я своим детям зачастую задаю, потом ловлю себя на том, что это не совсем психологично. Как дела в школе? Какой получаю ответ? Нормально. Конкретный вопрос. Что ты узнал нового? У тебя был сегодня новый урок. Или если дети, например, маленькие, у тебя были труды, рисования, что ты сделал? Какую ты картинку, может быть, сделал? Или какую-то поделку? Это общение на уровне глаз. Разговаривая с ребенком, особенно с маленьким, сверху вниз, мы его подавляем. Если мы садимся на уровень ребенка, смотрим ему в глаза, и ребенок воспринимает нас не как давлеющего взрослого, а как человека, которому можно довериться. Что еще можно порекомендовать? Оксана Владимировна, а как вы считаете, а родители должны признаваться своему ребенку, своим детям в любви? Нужно ли это делать открыто, говорить: «Танечка, я тебя люблю»? Или там: «Александр, сынок, если бы ты знал, как я тебя люблю», чтобы они слышали вот эти слова. Безусловно, нужно, хотя, конечно, для нашей культуры это немножечко, ну, как бы культурально не наше. Вот такие открытые проявления эмоций и чувств в России, они не приняты, да? Мы не ходим по улице, не улыбаемся всем подряд. У нас, если человек идет и как-то улыбается, сразу мысли, что что-то с ним не то, особенно в нашем плане, да, в психиатрическом, не пора ли ему на прием. И поэтому в семье тоже очень редкие. Хотя сейчас вот молодое поколение, оно чаще. Я как представитель более старого поколения, вот в моей родительской семье так не принято. То есть у нас не принято вот такие слова. У нас не приняты обнимания, какие-то тактильные вещи. При всем при том, что у меня родился очень тактильный ребенок. То есть ей вот это надо. А я не такая. Ну вот с ней я становлюсь такой. Учусь вместе с ней. И вот ей я стала говорить. И не сразу у меня это получилось, честно скажу. Просто вот на своем опыте, что вот какой-то барьер существовал. Как-то я говорю, и мне кажется со стороны, что это звучит как-то глупо. Это же и так понятно. Но да, это понятно, да, мне, да, где-то, а у меня там. А ребенок-то понимает? А ребенок, он, может быть, и чувствует, но лишним слова не будут никогда. Может быть, даже он это и понимает, может, он это и чувствует. И пусть это для него это висит в воздухе, это хорошо, но слова лишними не будут. И вот сейчас мне это говорить легко. Я это начала, наверное, ребенку моему вот 9 лет, я позднерадящая мама, человек взрослый уже, не из того поколения, ну, лет 5 назад, вот ей года 3, может, было. Специально начала, в виде какого-то вот эксперимента, думаю, надо, не надо, непонятно. Хотя я человек немножко другого формата, и я понимаю, когда вот задаю у родительницы вопросы: а вы говорите своему ребенку, что вы ему любите? Она сначала не понимает, о чем я, допустим, да? Потом говорит: конечно, а видно, что она вспоминает, когда это последний раз было, вспомнить не может, потому что, скорее всего, эти слова вслух не произносятся.
То есть пробовать надо. Но, опять же, люди разные по характеру. Кому-то не пойдет. То есть это процесс нелегкий. Это не так просто сказать, если это сказать с тем смыслом, который должны нести эти слова. Интересная такая штука. Потому что это работа над собой некая. Говорить детям, особенно маленьким, но они и так понимают, а некоторые считают, что да и надо ли им это. И так все понятно, и все знают. На самом деле никто не обязан догадываться о наших мыслях, если, как у меня подружка хорошо говорит, скажи ртом. Если ты что-то хочешь, скажи ртом, и будет понятно. Потому что что ты там подумал, что передумал. Вот ты подумал так, а другой человек подумал в своем ключе, совершенно по-другому. И очень удивительно, когда начинают озвучиваться мысли, очень удивительно, насколько они не совпадают. В одной и той же ситуации видение людей настолько разное. И иногда к психологу приходят, но вот ко мне приходят чаще всего, они уходят довольны даже тем, то есть никакой там психотерапии особо нет. Есть просто структурирование проблемы, потому что обычно она вот такая вот некая аморфная проблема. Я пришел, у меня все плохо. Ну вот что все? Давайте думать, что все. Вот по полкам раскладывать. И хотя бы какую-то структуру. Даже в процессе вот этой беседы людям становится понятней, что их беспокоит. Потому что все это ничего, это ноль. С какой возрастной группой вам все-таки интереснее работать? С детьми, с молодыми семьями или семьями, которые в браке, там, я не знаю, уже 15-20 лет, и дети уже взрослые, или с пожилыми людьми, которые к вам обращаются, если есть повод для беспокойства? Как правило, интересно работать не с возрастной группой, а с проблемой, которую заявляют. Проблемы бывают разные, у всех они схожие. И если мы говорим о детско-родительских отношениях, то это же не только ограничивается возрастом, там, ну, до 18, до 20 лет, но и детско-родительские отношения – это когда уже совсем пожилые родители, и дети берут ответственность за них и меняются в чем-то даже ролями, меняются местами. Молодые семьи – это тоже такой очень интересный момент для работы и очень интересный опыт, потому что идет личности еще такие незрелые, они еще очень лабильные, они еще не сформированы, и происходит вот эта вот притирка. И наблюдать процесс, когда они из двух разных половинок становятся единым целым, это тоже очень интересно. Вот наши радиослушатели поняли, что с вами можно любые проблемы решить. Где вас искать, куда нужно обращаться? Мы ведем консультативный прием в психолого-психиатрической подростковой службе на Кирова-20. У нас там сидят психиатры и психологи, ведут консультативный прием каждый день, кроме пятницы. Там два психолога с 3:30 до 5. У медрегистратора можно записаться на консультацию к психологу. И все, записывается человек на время, приходит к своему времени и старается оформить свою проблему. Вы слушали Елену Лагутину и Оксану Фирсову, медицинских психологов из областной клинической психиатрической больницы имени Копосова. Наша встреча приурочена к Всемирному дню психолога 22 ноября. Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». Медицинская тема продолжается. Как всегда, слушайте традиционный еженедельный отчет о ситуации с заболеваемостью ковидом от Ульяновского Роспотребнадзора. Слушаем Лилию Федоскову. У нас за прошедшую неделю, 45-ю, отмечается небольшой рост заболеваемости в 1,5 раза или на 5%. Заболеваемость в течение прошедшей недели не регистрировалась у нас в следующих районах совсем. Это Базарно-Сызганский, Вишкаемский, Корсунский, Кузоватовский, Новомалыклинский, Сенгилеевский, Старокулаткинский и Старомайский районы. Удельный вес жителей города Ульяновска среди заболевших составил 75,4%, то есть больше всего болеют жители областного центра. В день мы регистрировали от 20 до 25 случаев новых COVID-19. Болеют чаще всего взрослые люди, старший возраст. В
структуре заболевших лица в возрасте 65 лет и старше занимают почти 35% в структуре заболевших. И также высокий процент занимают лица от 50 до 64 лет 25%. И далее по убывающей 20, почти 1% лица от 30 до 49 лет. Молодой возраст болеет редко, что отрадно. Это у нас 18-29 лет 10% всего в структуре. И дети всех возрастов от 0 до 17 лет 6,4%. По тяжести заболевания по-прежнему преобладает заболевание, которое переносит пациенты в легкой форме. За 14 дней, прошедших ноября, 90,7% отметили заболевание, зарегистрированное в легкой форме, что чуть ниже, чем в октябре. В октябре 94% заболевших перенесли заболевание в легкой форме. 3,8% пациентов в среднетяжелой форме, 2,6% в тяжелой форме и 2,9% это бессимптомное форма заболевания. На вчерашний день развернуто в регионе 63 койки для лечения больных COVID-19, из которых 29 коек свободных. И буквально немного хотела бы отметить о текущей эпидемиологической обстановке по гриппу и ОРВИ. Несмотря на то, что у нас в целом в регионе недельный показатель заболеваемости за прошедшую неделю ниже эпидемиологического порога по совокупному населению на 5,1%, при этом отмечается превышение недельного эпидемиологического порога в возрастных группах 7-14 лет на 30% и от 15 лет и старше на 50, почти 5%. За прошедшую неделю госпитализировано 87 человек с диагнозом ОРВИ, что на 123% больше, чем было госпитализировано на предыдущей неделе, или 39 человек в абсолютных цифрах. И я хотела бы остановиться на вакцинации против сезонного гриппа. Хочу напомнить, что в этом эпидемическом сезоне у нас планируется вакцинировать 760 тысяч человек, или 60% населения Ульяновской области. На сегодняшний день у нас пока поступившие вакцины в регион недостаточно для вакцинации такого количества людей. Поступило у нас 67,5% от необходимого количества вакцины. Если говорить о детском населении, то 67% необходимого количества вакцины, для взрослого населения 67,6%. Наконец, прошлой неделе против гриппа у нас вакцинировано 443 553 человека, что составляет 58,4% от запланированного вакцинации населения. Израсходовано 87,7% от полученной вакцины. И, к сожалению, вот мы попали по федеральной сводке, по данным Роспотребнадзора и Минздрава Российской Федерации, наш регион вошел в число регионов с низким охватом вакцинации от сезонного гриппа, в связи с чем считаем необходимым активизировать профилактическую работу, разъяснительную работу на всех уровнях среди населения по всем муниципальным образованиям, в целях активизации работы, пока еще у нас есть немного времени до наступления эпидсезона, чтобы население всех возрастов, и дети, и взрослые, прививались от сезонного гриппа, и, соответственно, тем самым, чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания, которое все равно со временем у нас этот эпидсезон обязательно настанет. Следом за Роспотребнадзором слушаем выступление Ульяновского министерства здравоохранения. Олеся Колотик-Каменева расскажет о темпах вакцинации и от ковида, и от сезонного гриппа. Темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции составляют порядка 3500 вакцинированных в неделю. При этом в настоящее время самые низкие темпы вакцинации по итогам прошлой недели отмечались в Кузоватовской, Новоспасской, Ульяновской, Николаевской, Чердаклинской районной больнице. А где высокие темпы вакцинации? Самые высокие темпы вакцинации были в Барышской, Павловской, Новоульяновской городской больнице. И в лидеры выбился Меликесский район, который ранее занимал одни из последних позиций. Каков остаток вакцины? В настоящее время остаток вакцины от COVID-19 составляет 33 410 доз, которые распределены по лечебным учреждениям. Последняя партия поступила 10 ноября и составила 3000 доз. В ближайшее время должна быть осуществлена поставка еще 15 000 доз вакцины. А насадки для интерназального способа? Заключен контракт на поставку насадок для введения вакцин интерназальным способом. На следующей неделе 38 тысяч насадок должны поступить в регион, благодаря чему мы, я надеюсь, увеличим текущие темпы вакцинации. Расскажите о вакцинах от гриппа.
На 13 ноября вакцина против гриппа полностью распределена в государственное учреждение здравоохранения. И очередная поставка вакцины запланирована на 18 ноября в соответствии с заключенным контрактом в количестве 22 426 доз. Кроме того, дополнительно запрошены объемы, недостающие у Министерства здравоохранения Российской Федерации. По предварительной информации, они должны поступить в регион ориентировочно в начале декабря. Какой остаток вакцины от гриппа? Насколько этого хватит? В целом остаток вакцины против гриппа составляет 65 830 доз. При среднем показателе вакцинации за неделю 9433 человека данной вакцины хватит минимум на месяц. А сколько сформировано прививочных и дополнительных бригад? Для увеличения темпов вакцинации в регионе сформировано в целом 44 прививочных бригады, в том числе созданы дополнительно 392 участковые мобильные бригады, состоящие из участкового врача и медицинской сестры, которые одновременно проводят вакцинацию и от ковида, и от гриппа. Сколько всего мы должны вакцинировать от гриппа? 760 тысяч. Это достижимо при усиленной, активной и общей работе. На сегодняшний момент вакцинировано 422 тысячи из 760. Вы слушаете Радио России Ульяновск. Каждая встреча с Николаем Лимаевым, заслуженным работником культуры России, почетным гражданином Ульяновской области – это праздник. Душевный и открытый человек, он щедро делится своими наблюдениями, что видит, что чувствует, чему рад и чему опечален. Николай Лимаев – любимый ульяновский тенор, артист, одним словом. Но близко к сердцу принимает все, что происходит и в стране, и в нашем регионе, и в родном Тернигульском районе. В этот раз мы говорили о специальной военной операции и мобилизованных. В Теринге он устроил для мобилизованных импровизированный концерт прямо на улице перед военкоматом. Подошел послушать. Они так, ну, сказали военком там несколько теплых слов, так сказать, что положено по регламенту. Ну, и опять тишина. Ну, я что-то так меня заиграло речевое. Я военком подхожу, говорю, товарищ подполковник, можно я спою? Да, он говорит, не можно, а нужно. Я говорю, есть. Ну, и я им спел эту нашу солдатам. Ну, поговорил с ним, конечно, по душам сначала. Они меня начали слушать, как-то у нас получился контакт хороший. Я говорю, ну вот, ребята, я вам вот эту старинную русскую песню спою. Она написана в 1812 году, еще когда к нам шли всей Европой Наполеон. Я говорю, что у нас не первый раз они к нам. Они же по одному-то не ходят к нам. Вот эта песня такая. Шумел, горел пожар московский, дым расстилался по реке, а там вдали в стенах кремлевских стоял он в сером сюртуке. Он призадумался великий, скрестивший руки на груди. Он видел огненное море, он видел гибель впереди. Зачем к тебе я шел, Россия? Европу всю держа в руках. Теперь с поникшей головою стою на крепостных стенах. Ну и так дальше, на длинная такая песня. Вот, спел ее, значит, мы так, они меня до машины проводили, поговорили. Я им попросил, говорю, ребята, спойте вы там это Байдену, спойте Европе эти слова, я вам спешу, если что. Отец, мы, говорит, так не споем, конечно. Но сыграть мы им сыграем, это вот их слова. Я говорю, ну, все придете живые, встретим вас, победой вас были тут, ребята, храни вас Бог. Ну, вот так вот поговорили. А смог он, кто будет, просит. Ну, по-русски так поговорили. Я говорю, вы только приедьте, все сделаем, встретим вас. Я даже старческий свой концерт вам организую, только давайте, ребята. Я же вижу, что это нужно. А вот сейчас хожу, вот я обращаюсь, может быть, даже ко всем нашим ребятам, кто меня знает, самодеятельностью нашей, ну и к профессионалам в какой-то степени многие знают. Ребят, ну хватит сидеть, мы должны наступать, мы должны людей своих не бросать, что у кого семьи ушли, дети ушли, мужья ушли на фронт. Мы как-то должны с ними встречаться, вообще в народе как-то говорить им, что это не первый раз, это будет всегда, пока существует этот мир, Россия с завистью, к ней все будут так относиться, не... а потому что, ну, у нее ценность, это, они же божеские, а это же Европа, она же все уже, там сатана уже танцует у них, прям около них всех, но мы же не можем на это пойти. Поэтому всегда она была за чистоту, как говорится, России, всегда так останется, ну что теперь, конечно, жалко, но мы должны вот с людям встречаться, как-то говорить с ними, учить
смущать как-то немножко их, может быть, своими песнями, может быть, какими-то встречами, разговорами. Поэтому это лежит, конечно, прежде всего на церкви и на культуре. Вот два поселка, которые должны вместе работать. Вот, кстати, я и в церковь вроде хожу сейчас, там, ну, немножко пою, стараюсь. Ну, и здесь вот сейчас у нас будет концерт в ДК 1 мая, в воскресенье, в час. Ну, я всех приглашаю. Будет хороший российский такой концерт, который, мне кажется, сейчас нужен, и которых сейчас мало бывает. Прекрасный хор. Не потому что я тоже буду там петь. Я уже, конечно, может, петь уже не так, как раньше, но я буду стараться для вас. Но хор, и вот там другие солисты будут. Не пожалеете. Это даже и молодежь придет. Она много почерпнет из него. Для головы. Конечно, концерт будет для головы, не для ног. Это для головы чего они должны понять-то, молодые наши зрители? Они должны, что мы русские, что мы живем в России, что у нас великая культура, что нам завидуют. А я, что нам завидуют, я знаю, мне не надо убеждать. Был я в этой Европе, видел, какая их культура, народная я имею в виду. Я не беру там какие-то оперы, прочие, ну, хотя и у нас не хуже Чайковский. Ну, я, примерно, их равняю, Чайковский, Верди. Ну, они где-то равносильные, в принципе, такие же лиричные, и все. Что у нас, плохая опера Евгений Онегин, что ли? Нет, она примерно, ну, соответствующая, высокому уровню. А ну, что вы будете петь, Николай Алексеевич, на этом концерте? Я буду петь прекрасную одну песню, я ее никогда не пел. Она незамысловатая, простая, но она настолько российская. Вот даже слова, смотрите. «Как пойду я на быструю речку, сяду я да на крут бережок, посмотрю на родную сторонку, на зеленый приветный лужок. Эх, сторонка, родная сторонка, краю нету привольней тебя, ты широкое наше раздолье, ты родимая наша земля». Ну, слова там вот в таком духе. Это гимн России, знаете, вот такой народный, с любовью, с такой вот гимн написанный, что это просто, ну, не знаю, если у кого-то там под гимнастеркой, как говорится, под пальто что-то есть, конечно, перевернется. Я сам вот ее грешным делом начинаю петь, и у меня эмоции захлестывают, может быть, даже немножко там лжанусь, даже вот на фоне этих эмоций. Николай Лимаев, заслуженный работник культуры России, почетный гражданин Ульяновской области, всех приглашает в это воскресенье на большой праздничный концерт во Дворец культуры 1 мая на Нижней террасе в Ульяновске. Этому дворцу исполняется 75 лет. Николай Лимаев будет исполнять любимые песни. Начало концерта в час дня. Вот и все. Эту передачу для вас подготовила Наталья Козина. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. До свидания.